Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Як завжди, в цей час говоримо про актуальні цікаві події. Для тих, хто стежиться уважно за новинами на каналі «Репортер», не є власне новиною, що ми активно розповідаємо про спортивні події в нашому місті. Зокрема, вчора активно говорили про бокс, футбол. Сьогодні настає час бадмінтону. Радий вітати в нашій студії президента обласної федерації бадмінтону Валентина Федорова. Добрий вечір, Валентина. Радник президента обласної федерації бадмінтону Микола Шляєв. Добрий вечір, Микола. Добрий. Отже, з 23 по 26 липня в Одесі відбудеться важлива подія. Пане Валентине, пропоную анонсувати важливу подію з життя світового бадмінтону. Спасибо большое. Да, действительно, вы правильно отметили, что это, ну, я думаю, что это событие такого мирового масштаба. Почему? Потому что впервые в истории нашего города будет проводиться турнир, турнир Одесса Open 2020. И почему это очень важно? Во-первых, это турнир международный, а во-вторых, это турнир высшей категории. Почему? Потому что если мы говорим, ну, что это турнир Open, да, если, ну, мыслить категориями тенниса, который там, да, для многих наших зрителей может быть где-то ближе, то это US Open, Australian Open, то есть это турниры высшего уровня. И Одесса Open — это турнир, который вберет в себя очень много интересного. Почему? Потому что здесь будут представлены спортсмены высших категорий, мастера спорта международного класса, мастера спорта, представители не только Украины, но и Молдовы, Дании, Бельгии, многих других стран. Но мы так вот сделали, что помимо профессионалов будет еще специальная категория любителей или начинающих людей, которые тоже могут попробовать свои силы. И в, ну, в одном, да, в одном, в один из дней турнира они смогут тоже биться за призы. И, знаете, таким образом мы запускаем наш турнир не только людей, которые всю жизнь этим занимаются, но и те, кто хочет себя попробовать, кому нравится бадминтон. И, знаете, оно всегда интересно, когда ты просто играешь, а в какой-то момент ты уже играешь на серьезном таком профессиональном уровне и завоевываешь трофеи, титулы. Это очень интересно, это мотивирует даже тех людей, которые занимаются для себя. Ну и этот турнир, он более 200 участников будет принимать Одесса. Понятно, что в связи с карантинными мерами есть ряд ограничений и по участникам турнира. Мы их будем поэтому разбивать на несколько дней, согласно адаптивному карантину, карантинные меры соблюдаться будут. Но, тем не менее, мы не останавливаемся на достигнутом. Почему? Потому что мы считаем, что спорт должен развиваться, люди должны участвовать, заниматься спортом, участвовать в соревнованиях, и жизнь не останавливается. Конечно, должны быть соблюдены все меры безопасности, но в то же время мы должны людям давать возможность проявлять себя, а тем более профессиональным спортсменам мы должны представлять площадки, где они могут постоянно себя совершенствовать и развивать. Почему? Потому что мы уже говорили об этом про бокс, что, знаете, любой профессиональный спортсмен не имеет права застаиваться. Почему? Потому что если он перестает заниматься, у него, знаете как, сокращается тренировочный процесс, это, конечно, сказывается на его форме, на его результатах. И именно для того, чтобы этого не было, прежде всего для наших спортсменов, ну и для любых других, почему? Потому что, ну, мало какие страны сегодня проводят вообще турниры, спортсмени із зарубіжних стран теж приїдуть до нас і теж будуть участвувати в цьому турнірі. Пан Микола, хотів поставити вам питання. Це свідчить про те, що останні роки в Одесі дійсно бадмінтон розвивається, такий стрибок зробив догори. Так, да, бадмінтон дійсно пішов вверх. В Одесі проводиться велике кількість турнірів. В цьому році, к сожалению, із-за коронавірусу і карантину не состоялась, вперше должна була состояться універсіада. Гимназиада всеукраинская, все ведущие молодые спортсмены должны были приехать, но это перенеслось на следующий год. Будем надеяться, что все пройдет в следующем году так, как было запланировано в этом. Также проводятся чемпионаты высшей лиги, это командный клубный турнир, который собирает также сильнейшие клубы из разных городов Украины. Володимир, хто сьогодні підтримує рух цей бадмінтонний в Одесі, в Україні? Кому подякувати? Ну, во-первых, прежде всего, конечно, это Федерация бадмінтону України, это Алексей Сергеевич Дніпров, это генеральный секретарь Федерации бадмінтону України Артем Стасюк. Это те люди, знаете, те двигатели бадмінтона в Україні, которые, несмотря на те финансовые сложности, которые вообще существуют, они двигают бадмінтон, они его развивают. Наши спортсмены чувствуют себя комфортно, особенно сборники и вообще, в принципе, те, которые, ну, знаете, ребята, которые хотят себя
проявить. У них есть такая база и такая возможность. Это и сборы, это и возможность поехать за границу. Это все ну, существенные финансовые траты, это все не очень легко, но тем не менее это и происходит. И, конечно, это президент Национального университета Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета Сергей Васильевич Кивалов, который, в принципе, является меценатом спорта. Вы какую федерацию не посмотрите, какой вид спорта не посмотрите, площадки наших университетов, вся наша спортивная инфраструктура представлена абсолютно бесплатно под те или иные локации, под те или иные соревнования, под те или иные турниры. И вы знаете, это очень важно. Почему? Потому что Одесса, безусловно, уже давно стала центром науки, центром развития образования. И за последние несколько лет она и стала центром развития спорта. Вы знаете, что впервые будет проводиться чемпионат Украины по боксу. Да, это, ну, в мире бокса это один из самых престижных турниров. Если говорить о бадминтоне, то впервые в истории Одессы, ну, как сказал Николай, в этом году должен был быть проведен. Он перенесен на следующий год. Чемпионат Украины по студентам. Прежде всего, и также, конечно, всеукраинская, финалы всеукраинской гимназиады и универсиады. Но это очень важно. Более того, если говорить о чисто Одесской области, 8 лет не проводилась универсиада по бадминтону. Именно благодаря тому, что начала развиваться Федерация бадминтона Одесской области при поддержке Сергея Васильевича. Потому что есть такие вузы, которые представляют свои площадки. Впервые за 8 лет в том году была проведена Одесская областная универсиада по бадминтону, где наши спортсмены также, знаете, ну, соревновались между собой. Вузы представляли впервые команды. Это же тоже важно. Почему? Потому что студенческий спорт, студенты, юниоры, они являются кровью, они являются теми, знаете, теми необходимыми винтиками в механизме, которые наполняют ну, и взрослую сборную потом, и так далее. То есть, если спорт не развивается, если нет площадок, нет локаций, где дети, потом юноши, а потом уже и взрослые спортсмены могут развиваться, могут себя совершенствовать абсолютно в любом виде спорта, в том числе и бадминтоне, то не будет развития. И когда вот есть такое взаимодействие Федерации бадминтона Украины, наших университетов, Федерации бадминтона Одесской области, то мы и говорим о том, что за последние годы нами было проведено, ну, наверное, за год по 15 турниров мы точно проводили. Это и Кубок Дракона, это и Куба, и Черное море, и сегодня это Одесса Open 2020, это и различные другие турниры, это и профессиональные лиги. То есть это очень все важно. И именно Одесса становится таким центром в развитии бадминтона в том числе. А бадминтон, на секундочку, это олимпийский вид спорта. И если посмотреть статистику, это один из самых популярных, самых массовых видов спорта. И, конечно, если мы будем этим заниматься, если мы будем уделять этого серьезное внимание, то сборная Украины будет наполняться в том числе представителями Одессы и Одесской области. Лично для нас это престижно, и это очень важно. До речи, Микола, хотів запитати, ось і Валентина дуже такий зв'язок з Олімпіадою провів. Чи можна вважати ці змагання, які відбудуться з 23 по 26 липня, таким етапом підготовки до Олімпіади, яка, да, вона буде в 2021 році, але все ж таки? Думаю, больше это проверка спортсменов себя после карантина. Так, это по-перше, да, безумовно. Это первоочередное будет, кто как его прожил. В целом, сказать, что профессиональные наши чемпионы Украины, они приедут, чемпион Украины приедет, также он примет участие в параде открытия, сыграет, для всех будет сюрпризом, какую игру он сыграет. Вот, это цікаво. Да, и он уже отобрался, да, на Олимпийские игры, так что я думаю, что здесь мы проверим, насколько он будет готов к будущим стартам своим. Говоримо про змагання, я ще не сказав, де вони будуть відбуватися. Валентина, де місце зустрічі? Ви знаєте, це теж дуже знаково, мабуть, буде. Чому? Тому що на протяжении останніх нескольких місяців проходила масштабніша реконструкція спортивного комплексу на 8-й станції Большого Фонтана. В тому році, якщо ви пам'ятаєте, був здан абсолютно новий, ну, он, ну, по суті, построєний з нуля. Ми говоримо реконструкція, але по суті був построєний з нуля. Це літній спортивний комплекс у виді, там, два футбольних поля, баскетбольні поля, корти і так далі. І в цьому году, вот фактически еще никто там не был, и как раз открытие турнира будет, знаете, оно совпадет с открытием обновленного спортивного комплекса, крытого спортивного комплекса на 8-й станции Большого Фонтана. И это тоже очень важно. Почему? Потому что на сегодняшний момент это одна из немногих локаций, которая соответствует всем требованиям не только для проведения бадминтона, а вообще для проведения турниров высшего уровня. Мы там принимали и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира по различным видам спорта. И сегодня, знаете, эта площадка как никогда востребована, и когда вот этот был небольшой простой, ну, в связи с техническими причинами, огромное количество федераций, огромное количество клубов, и они ждали с нетерпением, когда он откроется. Почему? Потому что
от этого зависело и проведение их турниров в том числе. И вот, ну, наверное, может знаково, что именно бадминтон сегодня откроет двери этого спортивного комплекса для всех видов спорта, и там будет проходить огромное количество турниров. Они, я хочу подчеркнуть, что там занимаются не только студенты, преподаватели, не только одесситы, но это чемпионаты высочайшего уровня, заканчивая чемпионатами мира. Микола, ваша думка, ті умови, які є на всьому станції на Фонтану, спорткомплексу, вони сприяють якісній грі, в тому числі і в бадмінтон? Да, я як спортсмен, який бачив багато залів в Європі, скажу вам, що на сьогоднішній день зал відповідає всім нормам, абсолютно всім нормам для проведення не только таких турниров международных, как Одесса Open, но и международных больших турниров с привлечением всех топовых спортсменов Европы и мира. Освещение очень хорошее, покрытие, крыша, все сделано на наивысшем уровне. Мне было приятно увидеть то, что было сделано. Поэтому... Еще и на берегу моря. Главное, ветеран и на пляж пришел. Еще и на берегу моря, пожалуйста. Для очень многих любителей, спортсменов, наличие зала возле моря отбивает любое нежелание ехать в Одессу. Такие философские питания для вас, Валентина. Мы говорим и про профессийных спортсменов, и про умовы. А как поддерживать молодость талановиту? Мы несколько тижнів тому встречались, говорили про поддержку молодых боксеров, про навчання. А чи є можливість підтримати талановитих бадмінтоністів, щоб у них зазначення було? Безусловно, во-первых, у нас, помимо нашей станции Новой Береговой, у нас есть огромное количество спортивных комплексов наших университетов, где как раз, в том числе и молодые бадминтонисты, имеют возможность оттачивать свои навыки. Ну, лично я тоже, понятно, что занимаюсь бадминтоном, занимаюсь с ним с удовольствием, и несколько ребят наших, студентов, между прочим, являясь уже мастерами спорта, ну, мы вот с ними играем, и играем именно в нашем университете. Более того, когда был карантин, когда ДЮСШ были закрыты, когда огромное количество клубов, локаций было закрыто, именно в нашем университете несколько людей, они имели возможность заниматься для того, чтобы не простаивать, потому что это сборники, ребята, сборники, сборные Украины, они принимают участие и в международных турнирах. И для того, чтобы этого простоя не было, они занимались именно на наших локациях. У нас точно так же есть тренера по бадминтону, который, ну, по желанию, наши ребята, студенты, преподаватели играют, но я вам скажу, что вот в секции, которая существует при Национальном университете Одесской юридической академии, ну, начинали мы вдвоем или втроем, то сегодня там уже около 50 человек занимается. Ну, занимается, понятно, что абсолютно бесплатно, и оттачивают свои навыки, в том числе в бадминтоне. Ну, видите, у меня даже, так скажем, элементы, к сожалению, травмы, но это все результаты желания тоже принять участие в турниры, тоже это один из элементов подготовки. Ну, наверное, никакой спорт без травм не бывает. Поэтому... А почему? Потому что волан, он развивает наибольшую швидкость. Это самый быстрый снаряд в мире. Так, и давайте еще по-новому запросим, підтримати якось так, коли відбудеться ще змагання, нагадаємо, де і час, щоб наші глядачі були в курсі. 23 по 26 июля по адресу Новобереговая, 94, в спорткомплексе Международного гуманитарного університету і Національного університету Одеської юридичної академії, проще, там 8-я станція Большого Фонтана, возле моря. Ждем всіх желаючих поприсутствовать на турнірі, просто прийняти участие і насладитися праздником спорту, фестивалем спорту, який приймає Одеса. Дякую за приємні новини. Будемо вболівати взагалі за бадмінтон, не тільки за наших спортсменів. Приходьте з добрими новинами. Дякую. Спасибо. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.